Всем привет, ребят! Сегодня такая прекрасная погода, а я, как всегда, одеваюсь не по погоде, потому что одела очень теплый костюм спортивный. Короче, в общем, у меня сегодня такой насыщенный день. Утром в попыхах отвела сына в школу, сделала себе, пошла маникюр, там до девочки хожу. Сейчас что-то вот мне стукнуло, потому что у меня сегодня выходной, и я, в общем-то, сказать, решила куда-то съездить. И вот, ой, блин, моя маршрутка уехала. Черт. И вот, короче, решила поехать в бассейн поплавать. Я уже там была один раз. Не знаю, как сейчас, карточка у меня их есть, в принципе. Так вот. Ой, я ничего не вижу, темно. Так вот, думаю, солнце, блин, светит. Поехать сейчас поплавать. Потому что вечером еще мне на учебу. Я сейчас хожу на практическую психологию, учусь. Так, моя маршрутка, не успею? Короче, это была не та маршрутка. Я забыла, что я еду совсем в другую сторону. Сейчас жду другую. К сожалению, времени у меня не очень много. Потому что надо пока поплавать, там, пока туда-сюда, а потом Эрни забрать со школы, потом уже на курсы идти. Так вот, сегодня жарко. Блин, уже зря я вырядилась. Так, ребят, я уже приехала к бассейну. На самом деле очень жарко. Короче, только заметила, что возле этого бассейна, где я хожу, кладбище еще какое-то крутое. Там памятники шикарные. Ну, я так чисто краем глаза увидела. Так вот, но не об этом. Я пока доехала, уже устала. Не знаю, что там, как плавать буду. Надеюсь, что моя справка, так скажем, не истекла еще, потому что я давненько уже не ходила. Сейчас дойду, посмотрим, что к чему. Вот, собственно, этот бассейн, который я посещаю, Велес. Ну, как сказать, посещаю. Спортивный реабилитационный оздоровительный центр. Посещала? Сейчас не знаю. Попробую пробиться, посмотреть, что скажут. Сейчас зайдем внутрь, узнаем ответ. Ну, собственно, так выгляжу. Сейчас пойду. Такой у меня яйцеголовый бидончик. В общем, не судите строго. Сейчас пойду в душ схожу. Вот. А потом уже в сам бассейн пойду. Вспомню, как это плавать. Кажется, голова пипец. Так, короче, отплавала свое. Помылась. Такая теперь, как лысая. Сейчас буду собираться. Оденусь уже, потом расскажу вам о том, чем полезен бассейн все-таки. Короче, все, иду я с бассейна. Все посмывала с себя. Нифига, нету у меня теперь ни косметики, ничего, а пофиг. Так вот, что я хотела сказать по поводу бассейна. Чем он полезен на самом деле? Бассейн полезен, ну, типа упендриваться немножко. Так, для тех людей, особенно у кого вегетососудистая дистония, потому что плавать очень полезно, она разгоняет кровь. И, естественно, когда вегетососудистая дистония, нарушаются разные области в голове, ну, то есть там нарушается кровообращение, может быть, сдавливание сосудов, сужение, расширение. Какие-то, ну, как-то влияет на пару года, вот, например, осенью, там, весной начинается обострение. Могут быть головные боли, психозы, депрессии и так далее. Также вегетососудистая дистония приводит еще к паническим атакам, расстройствам и так далее. В общем, к очень неприятным ощущениям. И вот очень рекомендуют ходить в бассейн, потому что когда ты плаваешь, у тебя снимается с организма, как бы, ну, с тела стресс, кровообращение восстанавливается. И, в общем, чувствуешь себя бодрее и лучше.
Ну вот, по крайней мере, вот у меня ВСД тоже, и я заметила по себе, что вот это вот активный образ, такое вот плавание, там все, это благотворно влияет, то есть на меня. И получается супер. Это если нашим языком, без всяких там замудренных терминов, так, чтобы было ясно и понятно. Все, что связано с головой, нервная система, стресс и так далее, это очень хорошо бассейн. Но также очень хорошо, если болит спина, например, усталость, апатия в теле какая-то. Вот тоже отлично помогает бассейн. Он вообще, ну, у многих болячек. Я даже вот слышала, когда общалась с одним врачом, она говорила, что вот сын ее ходил в бассейн, у него была дискинезия желчного пузырей. Ой, господи, что я несу? Дискинезия желчного пузыря, то есть изгиб желчного пузыря. И, в общем, у него там постоянная была непроходимость желчи, вот эта вот всякая фигня. И, в общем, он ходил в бассейн, ходил, и, в общем, все наладилось у него. Ну, это если вкратце говоря, то есть полностью все в организме приходит в норму. Ну, это, естественно, не одноразовое посещение, а если ходить в бассейн регулярно, я думаю, хотя бы два, ну, может быть, даже один раз в неделю. Вот я не знаю, как я, может быть, у меня один раз в неделю будет посещение, потому что я слегка занята, мой график деловой расписан, поэтому попробую так. Еще я хотела записаться в зал, но насчет зала я пока что не уверена, нужно, в общем, подумать. Как раз где вот тут бассейн у меня, тут еще есть зал сверху, да, там на втором этаже, тоже неплохо. Посмотрим. Вот я приехала, уже вышла с маршрутки. В маршрутке читала книгу «Хочу и буду». Не знаю, прикольная такая, там психолог тоже написал ее. Некоторые моменты очень интересные, но и во многом, конечно, я согласна с этим. То, что он пишет, но я еще не дочитала, буду читать дальше. Насчет бассейна, я думаю, вы поняли, в чем заключается полезность данного занятия. Поэтому, если есть у кого возможность, ходите в бассейн, особенно тех, у кого ВСД, потому что, блин, о. Короче, ребят, все хорошо, все отлично, только немного жарковато. Сегодня погода супер. Я не по погоде, как вы уже поняли. Буду двигаться сейчас в школу за малым, потом на курс по психологии пойду. Буду слушать лекции. Поэтому так вот. Так что всем удачки, ребят. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел до конца. Ой, меня так сдувает, как лысая. Все. Целую, люблю, бывает. Подписывайтесь.